Евгений Телегин как современный Евгений Онегин. В Петербурге один из художников группы «Митьки» Виктор Тихомиров представил второе издание ремейка пушкинского романа. Автор не скрывает, что его произведение написано по аналогии с энциклопедией русской жизни. Он специально поместил главного героя во времена своей молодости, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Так Евгений значительно помолодел и начал слушать рок-музыку. При этом произведение «Митька» отличается от романа Пушкина слогом. Виктор Тихомиров писал в прозе. Вот я решил, что старше Пушкина, я все-таки значительно страдал больше. Вот, поэтому некоторые даже у меня есть замечания там к его поэме. Вот, и поэтому я решил, что не то чтобы поправить его, но развить и дополнить. Очень тактично обращаясь к материалу. И с одной стороны тактично, а с другой стороны воспользовался только основной сюжетной линией школьной. В книге много иллюстраций, некоторые рисовал сам Виктор Тихомиров, а что-то, как, например, портрет автора, выполнен рукой Виктора Цоя. Предисловие к роману написал Борис Гребенщиков. В эти минуты в академической